Россия опять проиграла крупнейшее дело в истории. Апелляционный суд Гааги не согласился с местным окружным судом, который ранее оправдал Россию по искам бывших акционеров ЮКОСа. Теперь Москва вновь обязана выплатить из САМ более 50 миллиардов долларов компенсации. Хотя наш Минюст планирует обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов, а юридической зебре вокруг ЮКОСа и ее последствиях для России Андрей Ромашков. Череде разбирательств вокруг ЮКОСа, некогда одной из крупнейших нефтяных компаний России, в следующем году исполнится 18 лет, и конца и края пока не видно. Новейший аккорд затянувшейся тяжбы в различных инстанциях правовой системы Нидерландов – решение апелляционного суда Гааги. На этой неделе суд постановил, что в 2014 году международный арбитраж в Гааге вынес верный вердикт, присудив бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. А окружной суд в Гааге, где Москве в 2016 году удалось обжаловать решение арбитража, ошибся. Теперь Россия снова должна трем иностранным компаниям крупнейшую в истории компенсацию, причем с большим отрывом. Для сравнения, второе место занимает вердикт в отношении кувейтской нефтяной компании KPC по иску американской Dow Chemical. Там выплата не превышала 2,5 миллиардов долларов. Москва намерена обжаловать поражение при обжаловании успешно обжалованного решения, но разбирательство в Верховном суде Нидерландов может занять годы, а пытаться арестовать российские активы за рубежом экс-акционеры ЮКОСа могут уже сейчас. Однако заламывать руки пока не следует, комментирует гендиректор Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Именно он представлял Россию в Гааге. То, что произошло во Франции и в Бельгии, где действительно произошли аресты без каких-либо разбирательств в суде, это больше не повторится. Соответствующие законы в Бельгии и Франции были поправлены. Теперь интересы суверенных государств защищены лучше. А в других странах соответствующие исполнительные производства были вообще приостановлены судами до того, как будет вынесено решение апелляционного суда Гааги. Сейчас оно есть. Но опять же, чтобы дойти до стадии арестов, нужно сначала подтвердить в судебном порядке соответствующее арбитражное решение. А на это требуется время, и, естественно, мы с этим будем бороться. Три компании, связанные с основным акционером ЮКОСа групп Минотеп, обратились в международный арбитраж в Гааге в 2004 году. Истцы потребовали от России более 100 миллиардов долларов компенсации за потерянные 70% акций ЮКОСа, за недополученные дивиденды, упущенную выгоду и так далее. Вердикт был вынесен только спустя 10 лет, и Россия после переоценки судом требований бывших акционеров оказалась должна им более 50 миллиардов долларов. В процессе обжалования вердикта в окружном суде Гааги российская сторона настаивала, что арбитраж в принципе не имел права рассматривать иск бывших акционеров ЮКОСа. Ключевой аргумент, с которым 4 года назад согласился голландский судья, что в деле не должны были учитываться нормы энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала. Теперь же апелляционный суд Гааги постановил, что хартия входит в юрисдикцию арбитража, поскольку подписанием договора Россия обязалась временно его применять, если он не будет нарушать российское законодательство, а нарушений голландский судья не установил. Другие претензии, которые высказывались России, касались оценки суммы ущерба бывшим акционерам ЮКОСа, а следовательно и суммы компенсации. Однако в данном случае апелляционный суд Гааги вопрос даже не рассматривал, поясняет приглашенный профессор Вестминстерского университета, бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Оценка там на самом деле глубоко изложена независимым оценщиком в самом арбитраже, который рассматривал третейский суд. Сторона российская всегда считала, что эта сумма завышенная. Она это и заявляла изначально, что, но, как мы помним, по третейскому разбирательству Россия успешно провалилась, потому что она это наняла не ту фирму, не так, не то, и вообще занималась этим через пин-колоду. А суд, он, понимаете, он же не и рассматривает этот вопрос. Он рассматривает процедурный вопрос, отмены решения или нет. В общем-то, как бы целиком он его не может изменять. Он может сказать, исполнять, не исполнять, все. Комментарий к вердикту апелляционного суда Гааги уже опубликовал российский Минюст. Там говорится, что суд не принял во внимание неправомерное использование истцами энергетической хартии, а также проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. На обжалование вердикта в Верховном суде Нидерландов у Москвы остается 3 месяца. Документы, как сообщил нам представитель России Андрей Кондаков, уже готовятся.